И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Твикли, ребята, а в этом видео мы будем тестировать костюм самого марсианского охотника. Ну давайте, ребята, пока не начал, поставите свой лайк, я вам даю 5 секунд на то, чтобы вы поставили свой лайк, и мы продолжаем. Давайте, ребята, 1, 2, 3, 4, 5. Все, ребят, мы продолжаем, и сегодня, как я уже сказал в начале, мы будем тестировать костюм самого марсианского охотника. Ребята, вы, собственно, проголосовали именно за этот костюм, и поэтому в этом видео мы будем его тестировать, ребята. И сразу говорю то, что есть этого костюма две версии. Одна версия из мультика одного про Лигу Справедливости, вот, а вторая версия из сериала Супергерл. Так что, ребята, если вы хотите, чтобы я протестировал вторую версию, то, ребята, ставьте побольше лайков. Если мы набираем на этом видео 350 лайков, то я буду тестировать вторую версию, ребята. Вот, ребят, и это последний костюм, который я буду тестировать вот в моей лаборатории, в этом домике, ребята. Потому что там уже не хватает места для новых костюмов, ребят. И совсем скоро я уже перейду в новую лабораторию. И там продолжится второй сезон наших костюмов, ребята. Так что, ребят, не волнуйтесь, второй сезон не заканчивается. Он, можно сказать, только начался. Вот, ребят, и сегодня, как я уже сказал, мы будем тестировать этот крутейший костюм, ребят. И, ребят, как вы видите, наша деревня немного изменилась. Я убрал все хэллоуинские украшения, потому что Хэллоуин уже закончился. И теперь у нас такая вот обычная деревня, вот как вы ее будете видеть круглый год, ребята. А также, ребят, скоро я буду делать себе зимний скин, потому что уже реально, ребят, на улице очень холодно. Меня многие просили, чтобы я сделал себе зимний скин, потому что, посмотрите, у меня такие вот летние, можно сказать, полушорты, такая кофточка очень легкая. Поэтому, ребят, скоро уже надо делать зимний скин. Вот, ребят. И, как я говорю, сегодня будем тестировать этот крутейший костюм, ребята, он просто невероятный. Он, серьезно, он очень-очень-очень сильный, ребят. Это, наверное, самый сильный костюм среди всех. Так, и я пока маков здесь оставлю. Вот, спускаемся в нашу лабораторию и идем к нашим костюмам, ребята. Как вы помните, то, что я прошлый костюм тестировал в городе. Ой, я дверь забыл закрыть, ё-моё, вы уже видели костюм, наверное, да. Вон тот самый костюм. Вот, ребят, и как видите, места уже не хватает, то есть я все полностью ячейки костюмов забил, и остался только вот этот последний для марсианского охотника. Вот, ребят, что ж, и напишите, ребят, кстати, в комментариях, какая сторона костюмов вам больше нравится, вот это или вот это, то есть здесь еще будет марсианский охотник. То есть вот представьте, если бы у нас между костюмами была, к примеру, та же самая гражданская война, как Мстители, вот есть такой фильм Мстители, противостояние, вот, ребят, кто смотрел, то ставьте, конечно же, лайк. Вот, и как вы помните, в этом фильме противостояли две стороны героев, ребята, и смотрите, у меня как бы тоже получается такие две стороны героев, ребята, и как вы думаете, кто бы победил, вот эта вот сторона или вот это, ребят? Так что, ребят, пишите в комментариях, какая бы сторона победила, вот это или это, то есть сторона 1 или сторона 2, не знаю, ребят, мне вот лично, мне кажется, то, что победила бы вот эта сторона, потому что тут есть два спидстера, даже три спидстера, даже я не заметил зума сначала. Вот, Железный Человек, Человек-муравей, Дэдпул неубиваемый. Ну, а здесь будет, кстати, марсианский охотник. Как бы здесь самый сильный, это, наверное, Дэдпул, потому что его невозможно убить. А здесь будет, наверное, самый сильный марсианский охотник как раз-таки. Но, ребят, сегодня костюм мы его и испытаем. Давайте уже его наденем. Так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И, ребята, посмотрите, мы, во-первых, мы немного увеличились в росте, то есть посмотрите, вот с обычным игроком в Майнкрафте, сейчас вот так стану близко, вот, ребят, мы видите, мы немного выше, немного побольше стали, вот, но мы все равно проходим в два блока, то есть мы немного выше, чем два блока, но мы все равно так проходим, вот, и как видите, у нас теперь не 10 сердец, а целых 11, ребят, что также является очень крутой способностью, то есть, ребята, мы еще можем вот так вот летать. Посмотрите, я прыгаю и вот так немного летаю, ребят, офигенно просто. Просто жесть, это уже офигенная способность, ребят, я говорю, это самый сильный, наверное, костюм среди всех, потому что у него, ну, очень много способностей, сегодня мы их всех абсолютно испытаем. Так, вот так мы здесь летаем, так вот круто у нас все получается, вот, и, ребят, я уже думаю, что нам стоит пойти на улицу и там все испытать, потому что... Вот это прикол. Я не могу пройти вот здесь, ребят. Мне дверь мешает. Так, надо снять маску. Так вот, хоп, пробегаем. И обратно надеваем. И снова становимся большим, ребята. Это очень круто. Итак, смотрите, ребята, мы можем по лестнице вот так вот подниматься полетом просто. Нажимаем и летим. И просто поднимаемся полетом. Офигенно, ребят. Так, взлетаем. Опа. Так, и... Слабость, медлительность, тошнота. Что? А почему мне это далось? Я не понял, ребят, если честно, почему мне это дали. Но ладно, надеваем заново костюм. И опять дается эти эффекты. Что за хрень? Так, ребят, с этим, конечно же, нужно разобраться. Я не знаю, почему мне дали эти эффекты.
Наверное, я как-то неправильно что-то сделал. Так, ребят, я понял, что это были за эффекты. Это, в общем, после полета нам почему-то даются такие, ребят, очень странные эффекты. Поэтому, ребят, слишком долго летать нельзя. Что ж, мы уже дождались ночи, потому что ночью, как вы знаете, появляются различные мобы. И мне снова дали эти тупые эффекты. Ладно, ребят, мы выходим. Так, и вот так вот вижу уже там первого бандита, ребята. Итак, давайте сейчас мы немного вот туда вот отойдем. И я не знаю, почему мне даются эти эффекты. Я же вроде не летал. Ладно, ребят, давайте начнем рассматривать наш костюм. Во-первых, вы можете заметить, мы не получаем урона от падения. Просто, ребят, мы вот так вот летаем и не получаем никакого урона, ребят. Это раз. Во-вторых, посмотрите на этот крутейший плащ, ребята. Просто посмотрите, он как у Бэтмена прямо. Но мне, честно, даже здесь больше нравится. И у нас уже, ребят, целятся бандиты. Давайте мы как раз-таки на них испытаем все наши новые способности. Итак, ребят, первая способность — это мы можем становиться невидимым. Так, сейчас они меня заметят или нет? Да, ребят, они меня, к сожалению, видят, а вот, наверное, обычные мобы не будут видеть. Да? Мне тоже видят, ребят, я не знаю, наверное, это бесполезная способность, но все же, ребят, посмотрите, мы становимся более-менее невидимым, и, наверное, если бы мы так делали с обычным игроком в Майнкрафте, то он бы на нас не реагировал, ребят, а вот с мобами они нас, видите, реагируют, поэтому мы отключаем, наверное, нашу невидимость, так, и вот, ой, это выключим, так, и еще одна способность, это мы можем, ребята, проходить сквозь стены. Просто, ребят, мы прошли сквозь стены, и смотрите, и зомби, они такие тупые, не могут нас заметить, мы так вот опа, высовываемся и обратно. Ой, мы сейчас сдохнем. И мы вот так вот можем видеть все через стену. То есть, ребят, мы можем пройти через абсолютно любые объекты. То есть мы вот так вот идем. Сейчас. Я могу просто так вот опа сделать и в свой дом попасть. И все, ребят, я уже дома, как бы. Так отключаем способность, и мы дома. Потом так включаем ее и проходим сквозь стену уже на улице, ребят. Это, я думаю, очень офигенно. Так, следующая способность — это лазерное зрение, ребят. Лазерное зрение. Мы вот так вот берем и всех уничтожаем нашим лазером. Так, опа. Всех просто жарим. Так вот подлетаем. Вот так вот, опа. И все, ребят. И просто всех сжигаем. Посмотрите, как это выглядит просто. Вот так вот берем. Мы, кстати, даже урона не получаем. Так, опа. И всех своим лазерным зрением так вот сжигаем просто, ребят. Офигенно. И мы не получаем никакого практически урона от этих тупых мобов. То есть так берем. Опа, летаем. Летаем так вот, опа, опа, опа. Так вот, и... Что такое? И вот так вот всех сжигаем, ребят. Просто как супермен какой-то. А давайте, ребят, кстати, посмотрим, с каких ударов мы убьем зомби. С двух ударов, ребята, просто. Подлетаем к скелету, убиваем его тоже. К этому скелету, так, опа, его тоже. Получай, к криперу. Вообще нам пофиг на крипер, так пусть он взрывается, нам вообще пофиг. Потом так улетаем просто. И летим, к примеру, на эту гору, ребята. И это просто, ребята, офигительно. Это, я думаю, реально самый сильный костюм. То есть на нас, к примеру, так напали, нас окружили, мы вот так включаем, опа, и уходим под стену. И просто вот так вот, ребята, вылетаем с другой стороны. И, ребята, это просто офигенно. Также можем включить невидимость. Вот мы невидимые. И еще включите вот такую штуку. И теперь мы самый настоящий, ребята, призрак. Нас не видно. И мы проходим сквозь стены. Так, но зомби заметит? Да, заметит, жаль. Ладно, ребят, выключаем эти способности. Так, и сейчас мы поджарим этого зомбика. Черт, включил способность. Поджарим этого зомбика, вот так, опа. Давайте сюда, вот так вот хыть, и просто его сжигаем. Вот так вот хыть, все, ребят, просто офигенно этот костюм. Действительно очень крутой. И посмотрите, ребят, когда мы спускаемся вот с различных таких горок, то у нас идет такое как бы планирование, что ли, можно сказать. Вот так вот, да? Также мы паука с одного удара замочили, просто, ребята, жесть. Мы действительно... Очень-очень сильные. Это реально самый сильный костюм, который я видел. Вот, мы вот так вот делаем, хопа. Опа, вот так вот и сжигаем просто, ребят. Вот так вот нашим лазером. Хыть. И все, ребят. К нам даже никто не сможет подойти. То есть мы всех вот так вот просто сжигаем, ребят. Вот так вот. Да, вот так вот. Посмотрите, ребят, как это круто выглядит. Нам так, нам зомби подходит, мы такие, опа. И все. Ребят, сожгли его. Просто, ребят, офигенный костюм. И я даже не знаю, посмотрите, как мы высоко летим. Просто, ребят, мы летаем, как самый настоящий железный человек. Даже круче, наверное. И спускаемся вот так вот. Планируем, да? Да, вот так вот, опа. И, ребят, смотрите, это паук-наездник. Посмотрите, кого я нашел. Я нашел настоящего паука-наездника. Так, давайте вот так мы с ними справимся. Вот так вот, опа. И вот, ребят, сейчас говорю. К примеру, нас так зажимают очень сильно, да? То есть нас мобы тут... Вот сейчас нас, к примеру, мобы зажали. Мы так нажимаем, опа, и уходим под землю. И просто, ребят, нас никто не может слить. Это, я думаю, что офигенная способность. Так, мы вылетаем. Так, опа. 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 Так. Хыть. Так, овечку главное не трогать. И вот так вот сжигаем потом. Кстати, ребят, давайте попробуем эндермена сжечь.
Подлетаем. Да, он тоже. А потом вот так вот хвить. Просто, ребят, офигенно. Так, еще зомби. Так, скелета с одного удара, да? Да, с одного просто расфигачили ему его серую голову. Так, вот так вот подходим. Ой, вот так вот хвить. И паука просто сжигаем. И скелета тоже. И просто, ребят, это офигенно. Также можно так троллить жителей. Вот так вот, к примеру, подходить к их домам. Так, к примеру, я подошел сзади. И вижу, к примеру, там житель, да? Или скелет. Что делать скелет? Ладно. Нажимаем на ту способность проходить сквозь стены. И проходим сюда. И расправляемся с этим скелетом. Просто, ребята, жесть. Очень круто. Так. И вот так вот обратно. Опа. Нет, нет, стоп. И благодаря этой способности, ребят, мы можем узнать все потайные, ребята, выходы. Вот, к примеру, я вижу свою лабораторию. Посмотрите. Посмотрите, ребята, это очень круто. Моя лаборатория, просто смотрите, как круто выглядит. И вот так мы можем, кстати, попасть в нашу лабораторию. Так, опа. И мы в нашу лабораторию, ребят. Очень круто. Так, включаем обратно. И вылетаем, ребят. И мы уже на поверхности. Это, ребят, очень круто. Костюмы, как сказал ранее, самый сильный среди всех костюмов, ребят. Так, убиваем этих мобов. А потом так сжигаем так просто. Офигенно, ребят. Костюм нереально крутой. Если вам тоже нравится, ребят, то, конечно же, ставьте свой лайкосик. Я уже весь в стрелах. Просто жесть, ребят. Так, давайте еще вот этого крипера. Вот так, опа. И сжигаем. Так вот, хыть его. Все, ребят, просто офигенно. Кстати, если мы сожжем свинку, из нее выпасть жареное мясо. Нет, ребят, не выпало. Ну ладно, так, убиваем всех зомби. Так, здесь раскидываем. Просто, ребят, как монстр всех. Так, хыть. Так, хыть. И мы, кстати, не кушаем, поэтому сердце не восстанавливается. А вот если бы мы играли за Дэдпула, то у нас бы сердце все восстанавливалось. Ладно, ребят, я думаю, то, что на этом все. Если вам понравилось это видео, то ставьте, ребята, лайки, подписывайтесь на мой канал. Также, ребята, рассказывайте об этом видео и вообще обо всех моих видео своим друзьям. Это мне будет очень сильно помогать развивать мой канал. Прямо вот рассказывайте им, чтобы они тоже смотрели, ребята. И также, ребят, не забывайте голосовать. Справа сверху будет такой кружочек, и вы на него нажмите и проголосуйте за следующего, ребят, персонажа. Ну, ребят, на этом все. С вами был Твикли. Я не прощаюсь, а говорю вам, ребята, до новых встреч.